Петрович, торговля пивом в нестационарных объектах разрешена или? Нет, запрещена. Тогда почему отдел потребительского рынка и на основании письма главы, где он утверждает, что этот объект не является стационарным, Балаковский пивкомбинат осуществляет торговлю разливным пивом и бутылочным тоже? По какому вопросу? Сквер за кинотеатром России. Но он не является нестационарным объектом. И у нас его схема. Но он не стационарный. В схеме нестационарных торговых объектов, утвержденных нашей схемой, этого магазина нет. То есть он не стационарный? Он стационарный. Но на него же не было разрешения строительства. К сожалению, я разрешение строительства или к радости не выдаю, поэтому то, что касается нашей схемы, у него в схеме нет. Понятно. Я понимаю, все, кто не войдет платно в эту схему, не получает коррупционных, и будут пытаться осуществлять торговлю, не планируют не так. Попадает по 10.4 закону, да, будет привлечены к административной ответственности, да, правильно? Ну, либо если они не заключат договор с землей где-то, ну, право собственности у кого-то. С разрешенным видом. Ну, если вы тогда тоже перейдите, да, как альтернативно возможность торговли, потому что вот эти сезонные продажи, арбузы, юбок, они как бы должны максимально все-таки реализовать правоохранительные торговли. Да. Еще вопросы? Павел Борисович, а могу я тот же вопрос Макару адресовать? Стационарный или объект? Да, мы посмотрим, выложим, посмотрим информацию, зарегистрирован объект. Вы же давали нам уже ответ, он не зарегистрирован на строительство разрешения. Вы уже давали ответ, у меня он есть. Ну, разрешением на строительство я тоже не занимаюсь, это отдел архитектуры его занимается. Да, давайте, чтобы не было разберемся. Полос в наших внутренних трагических, давайте мы тогда отдельный вопрос рассмотрим. Может, персонально нам, то есть у нас так интересует. К Игорю Львовичу есть вопросы? Спасибо, Игорь.